Практически в самом конце линии мы видим человека, который упаковывает коробочки. Упаковщик, или как там говорили, у нас писали в Советском Союзе, укладчица номер 7. Тут укладчик, правда. То есть, когда у нас по линии подъезжают готовые плюшки, они идут через вот эту вот ротационную машинку, которая их упаковывает в полиэтилен. Уже после этого готовые упакованные в полиэтилен плюшки поступают на окончательную доработку к укладчику.